Здравствуйте, дорогие друзья, я мама Сережи, Татьяна. Ну что я скажу, вот только что Сережу привезли с операционной. Вот. Прямо тут подключено, все выведено, подключено обезболивающее, антибиотики, видимо. Вот, сейчас ему нельзя 3 часа спать. Дали вот эти сразу дышалки, бомбочки, чтобы вентиляция была легкой, выходили газы. Вот буквально минут 10 его назад привезли. Операция шла где-то 7 часов, очень долго не было. Ну, глаза открыты. Немножечко тяжело, но он в сознании. Всем передает вам большой привет. Держите за нас кулачки и спасибо, что вы с нами.